Здравствуйте, меня зовут Ольга Аверкова-Литвинова, и я вам расскажу о погоде на ближайшую неделю. В начале уходящей недели солнце перешло из южного полушария в северное, и светлое время суток стало заметно длиннее темного. Отмечалась умеренно теплая погода, однако уже к концу рабочей недели температурный фон опустился ниже климатической нормы на 2-4 градуса. Местами наблюдался сильный порывистый ветер, во многих районах страны прошли осадки. В воскресенье 27 марта территория нашей страны окажется под влиянием холодного антициклона. Преимущественно без осадков, лишь местами по Витебской области пройдет небольшой снег. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью от минус 5 до минус 12 градусов, днем плюс 1, плюс 7. Температура воздуха в Брестской области составит ночью от минус 5 до минус 10 градусов, местами до минус 12, днем от 2 до 7 градусов выше 0, осадков не ожидается. В Гродненской области ночью от минус 5 до минус 10 градусов, днем от 1 до 6 градусов со знаком плюс, без осадков. В Витебской области в отдельных районах возможен небольшой снег. Температурные показатели таковы: ночью от минус 5, а местами до минус 12 градусов по Цельсию, днем плюс 1, плюс 6. По Могилевской области значения температур составят от минус 7 до минус 12 градусов ночью, днем плюс 1, плюс 6 и без осадков. По всей территории Гомельской области осадки не прогнозируются. Температура ночью будет колебаться в пределах от минус 5 до минус 12 градусов. Днем ожидается от 2 до 7 градусов тепла. И о погоде в Минской области осадки не прогнозируются. Ночью от минус 5 до минус 10 градусов по Цельсию. Днем воздух прогреется до плюс 2, плюс 7 градусов. А теперь подробнее о погоде в нашей республике на следующую неделю. В понедельник, 28 марта, в ночные часы еще сохранится влияние антициклона. Существенных осадков не ожидается, а вот днем по северо-западной половине кратковременные осадки прогнозируются. Ночью и утром местами туман, на дорогах гололедится. Термометры покажут ночью от минус 3 до минус 10 градусов, по юго-востоку местами до минус 13, днем плюс 3, плюс 8. Во вторник погоду будет формировать поле пониженного атмосферного давления. Местами ожидаются кратковременные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром на отдельных участках дорог гололедится. Температура воздуха ночью от 0 до минус 7 градусов, днем плюс 1, плюс 8. С середины недели на нашу территорию начнут поступать более теплые воздушные массы с юга Европы. В среду немного потеплеет, осадки сохранятся лишь в отдельных районах, в основном по востоку страны. Ночью и утром местами сгустится туман, отдельные участки дорог будут скользкими. Температура воздуха ночью составит от 0 до минус 7 градусов, днем плюс 3, плюс 10, по юго-западу до плюс 12. В четверг, 31 марта, ночью осадков не ожидается, а днем по северо-западной половине прогнозируется кратковременный дождь. Температура воздуха ночью от минус 5 до плюс 3 градусов, днем плюс 5, плюс 12. По югу Брестской и Гомельской областей до плюс 15 градусов. В пятницу, 1 апреля, ожидается дождливая погода. Температура воздуха ночью составит от 0 до плюс 5 градусов, днем плюс 4, плюс 10. Весна все настойчивее заявляет о себе, и это не может не радовать. На предстоящей неделе в странах Северной Европы и государств Балтии ожидается облачная погода. Временами будет выпадать снег. В Центральной Европе осадки маловероятны. Продолжат наслаждаться теплой весенней погодой страны Средиземноморья. В южных районах здесь воздух прогреется до плюс 20, плюс 24 градусов. Местами пройдут кратковременные дожди и прогремят грозы. А холоднее всего в середине недели ожидается в Финляндии и Эстонии, где в отдельные ночи при прояснениях воздух выхолаживается до минус 15, минус 17 градусов. Температура воздуха в ближайшие дни составит в Мадриде от плюс 8 до плюс 14 градусов, в Лондоне и Париже от плюс 4 до плюс 12 градусов, в Риме от плюс 10 до плюс 15 градусов, в Киеве от минус 2 до плюс 6 градусов, а в Москве погода будет меняться от начала недели к концу и в среднем составит от минус 7 до плюс 1 градуса.
И в заключении программы несколько слов о температурных рекордах, характерных для этого времени года. Самая холодная погода была зафиксирована ночью 27 марта 1952 года. В Полоцке столбик термометра упал до отметки минус 27,2 градуса. А самая высокая температура воздуха была отмечена в Бресте и составила днем 30 марта 1968 года плюс 22,6 градуса. Это все о погоде на предстоящую неделю. Весеннего настроения вам и берегите себя!